В феврале 2017 года компания Canon представила серию MFU Image Runner Advanced C3500. Новая серия основана на платформе Image Runner Advanced третьего поколения, которая является общей для целого ряда линеек печатающих устройств с разной производительностью. Общая платформа подразумевает в том числе единый пользовательский интерфейс, что поможет снизить затраты времени персонала на освоение новых моделей. Она поддерживает дистанционное управление и контроль расходов на печать, обеспечивая высокую эффективность эксплуатации. Современные технологии, на которых основана платформа, позволяют уменьшить общие расходы. Серия C3500 в настоящее время состоит из трех моделей формата А3, имеющих одинаковые функции, общерасходные материалы и единый набор опций, но отличающихся производительностью. Все они обеспечивают высокое качество цветной и черно-белой печати, а используемая технология V2, Vivid and Vibrant, дает превосходную насыщенность цветов при печати на разнообразных носителях формата до SRA3. Среди них может быть не только офисная бумага разной плотности, вплоть до 300 грамм на квадратный метр, а также пленки, этикетки, бланки и конверты, но и другие типы носителей, обеспечить хорошее качество печати для которых в обычных лазерных принтерах бывает сложно. Это прежде всего сорта высококачественной бумаги с покрытием. Для них предусмотрено управление напряжением вторичного переноса, позволяющее получить отличные отпечатки. Кроме ставшего обычным даже в недорогих принтерах режима печати плакатов, когда изображение печатается в виде увеличенных фрагментов для последующей склейки, в пользовательском режиме возможно изготовление баннеров размером до 320 на 1200 мм. Мы будем рассматривать особенности серии на примере младшей модели Canon Image Runner Advance C3520i. Это лазерное многофункциональное устройство, которое обеспечивает цветную и монохромную печать, копирование, сканирование, в том числе в двустороннем режиме, а также хранение документов на сменных USB-носителях или в собственной памяти, включая жесткий диск, и отправку на сетевые ресурсы. МФУ поставляется в виде базового блока с двумя выдвижными подающими лотками вместимостью по 550 листов каждый и универсальным лотком на 100 листов. В оснащение входят лишь блоки барабана для каждого из четырех цветов, а все прочее, включая тонер, крышку сканера или автоподатчик, приобретается отдельно. В данном случае аппарат оснащен однопроходным податчиком оригиналов, который позволяет одновременно сканировать обе стороны документа и имеет подающий лоток на 150 листов. Он также оснащен модулем кассетной подачи с двумя лотками на 550 листов каждый и внутренним финишером, обеспечивающим сортировку сдвигом и степлирование многостраничных документов как с помощью скрепок, так и без них, если в наборе не более 4 листов. В список расходных материалов, помимо тонер-картриджа и блока барабана, входит бункер для отработки тонера, а при наличии степлирующего финишера еще и кассета со скрепками. Все это легко может заменяться самим пользователем, особенно если учесть наличие видеоподсказок, отображаемых на ЖК-экране. Сенсорный цветной ЖК-экран с диагональю 25,6 см в сочетании с хорошо структурированным и понятным для пользователя меню обеспечивает удобство работы. Меню является общим для многих серий Image Runner Advance и не требует от сотрудников освоения каждой отдельной модели, что является дополнительным стимулом расширения парка техники именно на основе данной платформы Canon. То же касается и веб-интерфейса устройств, который у Canon носит название «удаленный интерфейс пользователя». Он одинаков для всех моделей, основанных на этой платформе, что облегчает администратору работы по дистанционному управлению и мониторингу имеющихся МФУ. Наличие уже в базовой поставке двух сетевых интерфейсов, проводного и Wi-Fi, обеспечивает легкую интеграцию МФУ в сетевую инфраструктуру офиса или предприятия. Действия, доступные при работе с планшета или смартфона, те же, что и для настольного компьютера. Печать, сканирование, дистанционное управление и мониторинг. Для этого достаточно установить бесплатное приложение Canon Print Business для платформ Android и iOS. Кроме того, можно работать через сервис облачной печати Google Cloud Print, а также с использованием технологии Mopria. Предусмотрена и возможность печати с мобильных устройств на базе Windows 10 Mobile. Universal Login Manager позволяет полностью использовать возможности Image Runner Advance в целях персонализации и предоставляет базовые функции для управления доступом к аппарату в целом и отдельным его функциям, анализа использования системы и контроля затрат с составлением отчетов. Это не требующее обязательного наличия сервера решение,
упрощающие аутентификацию пользователей и поддерживающие 5 различных способов входа, в том числе с использованием бесконтактных карт. Таким образом, всегда можно выбрать способ аутентификации, реализующий в имеющихся условиях требуемый уровень безопасности и не требующий от сотрудников значительных затрат времени. А дополнительным средством повышения производительности труда станет возможность персонификации интерфейса. Каждому пользователю его можно представить в виде, оптимальном для решения часто встречающихся задач. Можно выбрать вид и содержимое экрана, появляющегося сразу после входа, оснастив его иконками операций, наиболее важных данному пользователю, сделать индивидуальное быстрое меню и задать параметры по умолчанию для всех функций – копирование, сканирование, доступа к сохраненным файлам. Итак, любое МФУ из серии Canon Image Runner Advanced C3500 способно полностью удовлетворить любые текущие потребности предприятия малого бизнеса, а при расширении запросов стать частью целого парка устройств, основанных на данной платформе.